Я там просто бабло, бабло, бабло. Могу открыть маленькую тайну. $500,000 вложил в журналы. Ну ты идиот. Среднестатистическая женщина тратит в год около 1000 евро на свою красоту. 45% мужчин считают, что половой член небольшого размера. Сколько нужно денег, чтобы стать супер популярным, супер известным? Это уже персональный бренд. 2 дня, $200. На третий день ты можешь оказывать услугу. Своими еще дрожащими ручками, еще очень неуверенно. Господи, если женщина получает оргазм, то какая разница? Откуда? Сегодня средний возраст беременности, да, составляет, вы сказали, порядка там 32-34 года. Первой беременности. Да. А было 18-23. За счет чего вот эти плюс 10 лет? Женщина одевается не для мужчины, да, а для другой женщины. Женщина и тюнингуется для того, чтобы позавидовала другая женщина. Когда приходит такая пациентка, и ты понимаешь, что если ты хоть чуть-чуть, там, капельку добавишь гиалуроновой кислоты, то это будет утка или рыба. Очень сложно. То есть взятку вы платили, либо у вас был протеже? И то, и другое. Сегодня то же самое. Должен быть или блат, или деньги. Ну и плюс еще, конечно, то есть сейчас учитель. То есть это тоже есть.